Скажи, пожалуйста, почему у вас первый мяч залетел, когда Пимченко пришел? Ну, его аура нам помогла. Ну, если серьезно, просто вначале было сложновато, потому что не втянулись. Ну, потом стало попроще как раз к этому времени, когда они уже пришли вместе с Тучуком. Скажи, пожалуйста, что не понравилось сегодня в игре команды? Ну, то, что при преимуществе в 5 или 6 мячей команда соперника смогла надавить и сократила разницу до плюс 2, плюс 3. И стало немножко, конечно, боязно за результат матча, но в итоге мы все равно собрались, забили еще 2 мяча и выиграли игру. Но то, что был период, когда мы начали выпускать один мяч за другим, это плохо. Не кажется ли, что очень не везло сегодня противникам? Очень много было моментов, а реализация страдала? Я бы не сказал, что у них было совсем много моментов. У нас моментов тоже было много, которые мы реализовали. Но что могу сказать, что противники очень грамотно подставлялись под фолы, которых в большинстве своем, ну, по мнению нас, нашей команды не было. То есть судья все-таки был немножко пережимал в некоторые моменты, за счет чего мы не создавали моменты. То есть удары прямые со штрафных в пляжке намного более опасны, чем обычно в футболе. Поэтому каждый удар со штрафного – это момент. Поэтому, возможно, это одна из причин, почему у них получилось вернуться немножко в игру.